сочетает встречи с музыкальным инструментом теплоту, искренность и глубину звучания которого невозможно не оценить. Этот инструмент принадлежит к скрипичному семейству, а по тембру очень близок к живому голосу, певучему и волнующему. Конечно, речь идет о виолончели, инструменте, давно покорившем как музыкантов, так и восторженных слушателей. Давайте и мы насладимся прекрасным звучанием госпожи виолончели. На сцене Иванова Анисия, класс преподавателя Красовицкой Татьяны Александровны, концертмейстер Гладышев Александр Юрьевич, Арутюнян, экспромт.